Среди турецких народных обычаев и традиций свадьба одна из самых ярких. И вы в этом убедитесь. Пожалуйста, буйрун. Турецкие свадьбы представляют собой очень красивое торжество. Встречает гостей музыканты и танцевальная группа. В этот день собираются близкие родственники, соседи, друзья молодых. Накрываются свадебные столы. Обязательно приглашают старейшин села. Турецкие женщины всегда славились своим рукоделием. Kalbimdeki tatlı sızı sensin bu gönlümün yazı gülüşleri ömre bedel öldürüyor. Каждой весной они сбивают эту шерсть для приданого невесты. На турецкой свадьбе есть интересный обряд – открытие лица невестки. Выходящую гостям невесту сопровождают два самых близких ей человека. Под звуки турецкой музыки выводят невесту ее подруги. Затем близкий друг жениха, которому доверено открыть лицо невесты, спрашивает у старейшин, у гостей, что отрезать невесте, ноги, чтобы она не бегала в отцовский дом часто, или язык, чтобы не оговаривалась со свекровью, была послушной и хорошей хозяйкой. Так, в шутливой форме, друг жениха получает разрешение открыть лицо невесты. Национальная свадьба, все ее элементы, знакомство, крашение рук невесты хной, прощание с родителями, перевоз невесты, ее ввод в большой дом, открытие лица, наполнены музыкой, танцами, песнями и весельем. Испокон веков далеких, у подножья гор высоких, подружились навеки турки и кыргызы. Все обычаи хранят и обряды свои чтят. Пусть продолжаются эти дни. В дружбе, радости, любви.
сердца, их жизнь наполняется, и жизни колесо всегда вращается. Böylece programımız bitmek üzere. Bugün Dilfuza'yla size Ağızka Türklerin kısa tarihi ve medeniyeti hakkında bahsettik. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. На этом сегодня мы с вами прощаемся. Сегодня мы с Исмаилом рассказали вкратце об обычаях, традициях нашего народа. Счастья, добра и мира вам, дорогие кыргызстанцы!